нас с ним, же благословен еси, со пресвятым и благим, и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков. Господи, преклоните. Будь держава Царствия Твоего благословенна и препрославлена, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Быть мольбам сим о нас и всех людях Твоих, неизреченному Твоему благоутробие приносимым, молитвами Пречистая Владычица нашей Богородицы и Преснодевы Марии, яко свят еси Боже наш, и на святых почиваешь, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Отца, Слово Господа и Бога нашего, милостивным оком призри на нас грешных и недостойных, пребывающих всем тому небоподобном вселенной похвале, жертвенницы истинным неизреченные Твои славы, и не спасли Пресвятаго Твоего Духа на нас и на наследие Твое, и по божественному Давиду обнови в сердцах наших Дух правый и Духом Владычным утверди нас, даруй же нам единомыслие и мир, сотворшим же здание сие и храма освящения, по любви к Тебе, Богу, тщательно оставление согрешений подашь. Даруй мне же ко спасению прошения, воздвигни их и к деланию заповедей Твоих, даруй им обновление дара Святаго Твоего Духа, да неосужденно поклонятся Тебе единому истинному Богу, Иго же послал Иси Иисусу Христу, молитвами честного славного пророка и предтечи и крестителя Твоего Иоанна и всех святых Твоих. Аминь.